3-2011, друзья. Давайте поаплодируем этому. Давайте поприветствуем людей, которые в прямом эфире смотрят нашу церемонию на сцену. Для объявления номинантов и вручения приза в этой номинации приглашается Антон Юнинцев, компания Gages Entertainment. Прошу. Мне очень приятно вручать эту награду. Мне вообще очень приятно вручать награды. И получать тоже приятно. Вот. Значит, основные претенденты номинации «Лучшая игра Кри-2011». Big Bouncy Legion. Давай посадим немножко, не раскрывай, давай узнаем, как реагирует зал. Кто? А вот здесь что зал думает? Тетрис! Ну, значит, это был беспорядочный игрок. Неправда. Конкуренты любят игры, я так понимаю. Значит, претенденты все очень достойные. И было не просто выбирать, казалось бы. Но и мне очень приятно, что в этот раз в номинации победила игра, которая не просто Вы уже много раз подходили, да, которая не просто завоевала игроков из Раида еще больше, но и открыла, привлекла новую аудиторию в онлайн-игры. World of Tanks! А лучшая игра! Конференция разработчиков игр 2011 года! Заводится World of Tanks! Вот они! Лучшие из лучших, друзья! Антону, который, я знаю, за нас голосовал. Очень приятно получить этот приз от по-настоящему лучшего разработчика этой конференции игр. К нашей номинации «Лучшая игра». Ой, мы долго шли через РТС, через ММО. Ну вот, наконец-то получили. Можно я маленький этот самый... Смотри, как это делается. Какая игра? Да, сейчас. Мы... Сейчас, давайте одну цифру скажу, примерно в мире в эту игру активно играет 3 миллиона человек. Это хорошо. Ну, большое спасибо в данном случае, как говорится, игрокам. Почему? Потому что ровно год назад у нас там было там, ну, совсем немножечко. Игра осталась той же самой. Мы ее, естественно, дорабатывали, улучшали и так далее. Но успех, вот, который за год случился, просто потому что очень много людей в эту игру.